В следующем году в Самаре отремонтируют более 43 километров дорог. Муниципальные контракты с подрядчиками заключили заблаговременно, еще в сентябре, по результатам электронных аукционов. А сейчас специалисты начали подготовку к будущему ремонту почти за полгода до старта основных работ. Для того, чтобы выполнить работы и приступить к работам уже с наступлением среднесуточных положительных температур по требованиям нормативных документов, подрядные организации по настоянию администрации уже приступили к предварительным работам. Проводятся геодезические работы, обмерочные работы для того, чтобы подготовить схемы выполнения производства работ и уже подойти к новому строительному сезону во всеоружии. Одна из ключевых дорожных артерий – улица Авроры. Она служит въездными воротами в город и очень востребована у автомобилистов. В этом году ее отремонтировали на участке от промышленности до аэродромной, а в следующем сезоне дорожное полотно восстановят от аэродромной до Московского шоссе. Инженер-геодезист Татьяна Юдина проводит съемку, разбивает проезжую часть на участке по 10-20 метров для последующей детализации. Благодаря геодезическим работам специалисты выявят высотные отметки, на основе которых сделают расчеты под фрезерование, установку дождеприемников и люков колодцев. Они также занимаются поперечными и продольными уклонами дорог. Сейчас я выполняю разбивки и подсъемку высотных отметок, на которых я выявлю, есть ли какие-то просадки, колейности, ямы и прочие неровности дороги. А также основная моя задача – увести все лужи в дождеприемники. Если есть какая-то просадка, то и колодец тоже сядет. И, соответственно, нам нужно поднять будет не только уровень асфальта, но и колодец. Каждый год геодезическое оборудование проходит поверку. У нас оборудование должно быть проверено и занесено в национальный реестр. Вот. Потому что без проверенного оборудования мы на дорогу, на геодезию, соответственно, не выпускаем. Комплекс подготовительных мероприятий не ограничивается только геодезическими. Параллельно закупают строительные материалы. Ремонтировать дороги в новом сезоне будут две подрядные организации. В общей сложности они берут в работу порядка 40 объектов. Комфортнее и безопаснее станут улицы Печорская, Главная, Магнитогорская, Киевская, Алматинская, Революционная, Ярошевского, проспекты Ленина, Карла Маркса, Масленникова и другие. Предусмотрено применение современных материалов и технологий, что является одним из важнейших условий реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События.